Всем добрейшего вечера. Выбрался так чисто провести вечер в лесу на берегу небольшого прудика. Одно время здесь неплохо стреляли уточку. Не знаю, что будет сейчас. Воды не так много везде. Аромат стоит шикарный. Может что-то летит. Может кто прибежит. Потому что видно, что здесь хожено. Мишки бывают, гуляют. Кабанчики, васики. Вот муравейник разрыт. Барсучки, еноты. Все есть, всего хватает. Ну я так чисто по уточке решил сегодня. Оп! Стрекоза. Вот на этом местечке мы с вами встанем. Тут, наверное, березки. Туда можно было и сюда. Вот такой небольшой прудик. Но если что будет, я вам обязательно продемонстрирую. А вы пока напишите комментарий, как у вас проходят охоты по снаряжению. Морочи-ка Nexus 12 патрон. Винер, пятерочка, бесконтейнерная. Семерку оставил на голубя. Присоединил фонарик, вдруг там подранка или что надо будет добивать. Вот, только ради этого. Вот так пух виднеется. Может быть утка здесь даже и держится. Вон пух, вот. Посмотрим. Загадывать не будем. Ладно. Ждем. Но пуха здесь нормально, я смотрю. Такая приятная музыка леса. Кроме комаров, конечно. И мошки. Кузнечики. И полный штиль. Жара стоит вообще. Ужасно. А мы ждем свою уточку. Время у нас 8:10. Я думаю, скоро что-то должно полететь. Оставайтесь с нами. Ну что, темнает. Комары с каждым разом все сильнее и сильнее одолевают. Матушки. Я думаю, что-то должно прилететь. Если не прилетит, вы это видео не увидите. Вот я лошара. Вот я лошара. Ой. Только сказал. А, это была фиаско. Вот так вот бывает.
Значит, вы увидите это видео. Ладно, ждем. Одна готова. Второй раз можно было не стрелять. Красиво зашли. Оттуда прям так. И сюда. Одна готова. Крыжня. С полем. Интересно. Ждем их оттуда. Все, ждем. Так, патрончиков чуть-чуть расстреляли. Пойдем доставать нашу уточку, друзья. На сегодня нам хватит. Ну, не надо. Так, надо найти коряшку, веточку. Достать нашу уточку, вон она. Попробуем это сделать без применения болотных средств. Хотя, мне кажется, не получится. Может, не получится. О, криковая. Так светит фонарь подствольный. Армитековский. Ладно, друзья. Буду я ее доставать. Вы не забывайте подписаться на канал. Меня поздравить с полем. Увидимся в угодьях. До скорых встреч.